парижане привезли в Макеевку спектакль «Атавизм». С присущим французам авангардным подходом соединили цирк, танцы, песни и драму. Сон сплелись с явью. Главный герой, артист кабаре Жак Мерсье, пропал без вести в собственной комнате. В мечтах отправился из Франции во Владивосток. История рассказывает о певце, который совершает воображаемое путешествие из французского города Брест, что в Британии, во Владивосток. Он думает, что сопровождает группу актеров кабаре Корсакова во время гастролей. Для театра «Зу» путешествие из Парижа в Макеевку почти такое же умопомрачительное, как для главного героя спектакля. Чтобы привыкнуть к сцене «Тю» за времен советского монументализма, прибыли в Донбасс за несколько дней до премьеры. Посмотрели театр, и театр сам очень красивый, мне он лично очень нравится. Кстати, актеры и французы тоже в восторге, таких театров у нас во Франции нет. Советский стиль, это есть своя прелесть в этом. Организаторы французской весны рады, что смогли показать парижскую постановку именно в Макеевке. Фестиваль впервые вышел за границы Донецка. Приветствуют и то, что в спектакле принимают участие местные актеры. Танцевальный номер. Совершенно случайно он подошел к их спектаклю, к аранжировке, поэтому мне интересно будет, как он влился туда. Труппа французского театра в Украине впервые. Режиссер-постановщик «Атавизма» Филипп Фенвик признался нам, что с особым трепетом ожидал этих гастролей. Ведь его бабушка украинка. Останавливаться на индустриальной Макеевке не хотят. В их планах проехать со своим спектаклем по маршруту Брест-Владивосток. Таким образом, воплотив мечты героя спектакля в реальность, были бы деньги. Анастасия Пугач, Виталий Багайчук, телеканал «Донбасс».